Друзья, решил распилить фильтр для газа, газовый фильтр. Значит, вот фильтр норма, прошел 10 тысяч. Внутри вот так вот он выглядит. Но, честно сказать, он еще в порядке, он в хорошем состоянии. Вот этот фильтр прошел 30 тысяч. Digitronic, с ним устанавливался газ. Это тот фильтр, который предоставлялся в стартовом комплекте газового оборудования. Пилим, смотрим. Итак, вот он фильтр. В отличие от этого фильтра, да, у которого пластмассовая, здесь металлические. Сейчас зажму чуть-чуть и попробуем достать сам картридж. Ну, картридж рвется. Ну и что я вижу, собственно говоря, очень сильно маслянистый и очень сильно видно, что он подпорченный. Короче говоря, друзья, 30 тысяч это много, 10 тысяч это мало. Я думаю, что ходить они должны, ну, 10-20. Ну, по качеству вот этот диджитрониковский, он намного лучше, чем вот этот вот, как он, норма называется. Потому что норма у меня, ну, просто картридж вывалился и все. И, честно сказать, я не вижу, чтобы он вообще работал. Возможно, он и не работал. То есть все шло, возможно, мимо. Вот так вот он стоял. Все, возможно, шло мимо. Ну, оно, скорее всего, так и было. Он достаточно плохо прилегал туда. И... Ну, а здесь видно, что фильтрация шла. Фильтрация шла хорошая. Но 30 тысяч для такого картриджа много. Все, всем спасибо. Жду ваших комментариев. Всем пока, подписывайтесь на канал. Давление, вот я разорвал его. Ну, здесь вообще масла нет, то есть он чистый. Ну, вывод работает в этих фильтрах. Газ идет мимо фильтрующего элемента, фильтрующего картриджа. Не покупайте такие фильтры, покупайте лучше хорошие, проверенные фильтры. Все, всем спасибо и удачи.